Здравствуйте! Сегодня на минуту о суперспособности рыб. Почему у этих рыб нет глаз? И как они обходятся без них? Часто спрашивают посетители, рассматривая мексиканскую пещерную рыбу. Осянокс мексиканский обитает в пресноводных водоемах от Техаса, Нью-Мексико до Гватемалы. Этот вид имеет две формы. Обычную зрячую, которая живет в открытых водоемах, и пещерную слепую. Глаза таких рыб недоразвиты, поскольку абсолютно бесполезны, ведь в такие пещеры никогда не заглядывает солнце. Но слепые рыбы совсем не беспомощные. Они не могут видеть, как персонаж из фильма «Сорвиголова», но зато обрели суперспособность ориентироваться в пространстве, улавливая малейшие изменения давления и колебания среды. И для этого у этой рыбы есть специальный орган – боковая линия. Она проходит вдоль всего тела, от головы до хвоста. И благодаря ей они могут обходить препятствия и находить пищу. А теперь подумайте, какой суперспособностью хотели бы обладать вы? И поделитесь с нами в комментариях ниже.